моя сумка. Что ты делаешь? Помогите! Стой! Стой! Проезжайте, проезжайте! Осторожно, строительные работы. Держите ее! Она украла мою сумку! Осторожно, строительные работы. Спасибо тебе, Мэг Каммингс. Простите, извините. Так это ты. Это ты сделала. Что я сделала?
Ты украла чаевые из кондитерской Элейн, а обвинили в этом меня. Так это ты была. Я вернулась и извинилась перед Элейн. Я думала, что мой друг уже заплатил чаевые. Элейн сказала, что от нее очень сильно досталось другому человеку. Извини. Я не шучу. Ну, прости меня. Простила? Хорошо. Но что больше, это не повторялось. Ты собираешься купить это платье? Не знаю, оно может понравиться одному парню. Какому парню? Он спасатель. Ты давно с ним знакома? Некоторое время мы с ним тайно переписывались. Встретились мы недавно. Вот только он пока не знает, кто я такая. Если ты придешь сегодня в бездну и увидишь меня с одним человеком, не подавай виду. Конечно. А почему ты ему ничего не скажешь? Судя по некоторым его поступкам, он должен смутиться, если узнает, что я сюда приехала. Я бы очень хотела купить это платье, но... не могу. Его любимый цвет синий. Правда? Но ему нравится синий цвет. Но тебе этот цвет идет больше. Платье очень хорошо сочетается с твоей прической. Он не будет сводить с тебя глаз? Ты так думаешь? Нет никаких сомнений. Меня зовут Мэг Каммингс. А я Тиффани Тору. Очень приятно, мне тоже. Я беру это платье. Надеюсь, что ты купишь это платье. Ты выглядишь в нем просто потрясающе. Нет, я возьму это платье. Мэг, ты классно выглядишь. Ты купила это платье? Думаешь, не зря? Конечно. Он уже здесь? Пока нет. Я пока отойду, ладно? Хорошо. Мэг, теперь моя лучшая. Эй, Уолпер, ничего не получится. Чего? Извините, я не хотел вам помешать, красавица, но в любом случае вам не стоит общаться с этим типом. Теперь ты будешь жить в новом домике на берегу. Думаешь, что тебе разрешат там поселиться? То же самое я могу спросить и у тебя. Дом на берегу. Мы будем жить там. Мы будем жить там. А тебе по карману жить в таком доме? Просвети ее, Марк. Кэсси и его новые знакомые случайно попали на аукцион. Каким-то образом они умудрились купить дом на берегу. Теперь им нужны квартиранты. Мы как раз подходим. Они давно знакомы? Значит, ты решила приударить за Беном Эвансом? Тише. Ты же обещала, что никому не расскажешь, прости. Я вовсе не собираюсь ни за кем приударять. Ну, допустим, он мне не безинтересен. Но он ведь на 10 лет старше тебя. Возраст не имеет значения. Ты знаешь, что это за человек? Он мне нравится. Вообще-то я о нем ничего не знаю. А ты? Неизвестно о нем не больше. Он взял меня к себе на работу. Я знаю, что ему принадлежит интернет-кафе и клуб «Бездна». А также вон та роскошная вилла и еще яхта. Так это его яхта? Знаешь, на твоем месте я бы попробовала что-нибудь узнать про него через интернет. Ты думаешь, там можно будет найти информацию о нем? Не исключено, тебе стоит покопаться в архивах местной прессы. Но я совсем не умею работать на компьютере. Тут нет ничего сложного. Загляни как-нибудь ко мне в интернет-кафе, и я научу, как работать на компьютере. Договорились? Он, пожалуй, неплохой парень, только уж больно какой-то задумчивый и нелюдимый. До встречи. Пока. Вот так. Теперь мы выходим вот сюда и печатаем фамилию Бена. Раз, и готово. Теперь тебе нужно напечатать номер страницы, и ты найдешь то, что искала. Эй, к вам можно? Привет, Тиффани. Марка нет, он пошел за пиццей и вернется через 5 минут. Вообще-то я пришла к тебе. Ко мне? Хотела поблагодарить тебя за то, что ты помогла мне с Беном Эвансом. Но я всего лишь помогла тебе связаться с ним через компьютер. Благодаря этому я узнала о нем очень много, все, что меня так интересовало.
Именно это натолкнуло меня на мысль подарить ему модель яхты. Я уверена, что она ему очень понравится. На днях я видела, как он ремонтировал свою яхту. Мне бы хотелось узнать, чем он еще увлекается. Спроси об этом самого Бена. Боюсь, что он не станет разговаривать со мной. Почему все мужчины такие черствые? У тебя тоже похожая ситуация, да? Этот парень, с которым я общаюсь через интернет, он называет себя SB. Иногда он просто выводит меня из себя. Каким образом? Своим поведением. Он так откровенен, так добр, когда мы общаемся с ним через компьютер. Но стоит мне заговорить с ним о встрече, как он моментально отключает свой компьютер. Почему же он себя так ведет? Не знаю. Вероятно, кто-то нанес ему удар, от которого он еще не оправился. Что у него могло произойти? Он избегает говорить об этом, но я уверена, что это его очень сильно ранило. Его бросила девушка, жена? Так кто же тебя больше интересует? SB или Бен? Я просто пытаюсь понять, как заставить Бена обратить на себя внимание. Тиффани, я не знаю, как тебе помочь и что посоветовать в этой ситуации. На твоем месте я бы не стала скрывать от Бена, кто ты и чего добиваешься. Давать советы, конечно, просто. Мне самой стоит поступить именно так. Взять и сказать SB, что я есть Дороти из Канзаса. Не стоит этого делать. Почему же? Ведь ты... Ты, наверное, думаешь, что Кейси и есть тот самый SB? Как ты об этом узнала? Уж не Марк ли тебе проболтался? Нет, я сама догадалась. Это было нетрудно. Кейси наверняка тоже знает об этом. Ты действительно так считаешь? Просто пока он не готов раскрыть свои карты. Кто ему мешает, Рэй? Разве она может быть твоей соперницей? Скажи об этом Кейси. Мэгги, разве ты забыла о вашей переписке через компьютер? Вспомни, что ты и SB писали друг другу. Я все помню, просто я пытаюсь найти способ возобновить наше с ним общение, чтобы он перестал избегать меня. Я помню, как писал ему о том, что очень легко можно избавиться даже от самых неприятных воспоминаний, если поделиться ими с человеком, который тебя поймет и посочувствует тебе. Что ты собираешься делать? Исправлять свои ошибки. Я думала, что Кейси Митчем и есть тот самый SB. А разве нет? Нет. Он просто очень хороший парень. Ты просто не поверишь, в какой переплет я попала. А что ты сейчас делаешь? Из-за меня чуть было не погиб Кейси. Его даже пришлось отвезти в больницу. Я угостила его булочками с клубникой, так как знаю, что SB просто обожает клубнику. Оказалось, что у Кейси на нее аллергия. Он ее просто не переносит. И у него начался сильный приступ удушья. Он чуть не умер. Знаешь, сейчас все обошлось. Я рассказала ему про SB. Рассказала ему абсолютно все. И Кейси посоветовал мне найти этого SB и сказать ему все, что я о нем думаю. Ты не должна этого делать. Интересно, почему? Ведь Кейси простой спасатель. Он хороший парень. Ты же не можешь бросить его только потому, что он оказался не тем, кем ты думала. Кейси, я совершенно безразлична, ему нравится другая девушка. Я обняла это, когда узнала, что он никакой не SB. А как же твой парень? Твой жених? Какое мне до него дело? Как это какое? Ты же парней меняешь, как перчатки. На твоем месте я бы задумалась о том, что я делаю. Не связывайся с ним. Это добром не кончится. Вспомни, сколько неприятностей за это время тебе пришлось из-за него пережить. На твоем месте... Я бы хорошенько подумала, прежде чем снова начать общаться с этим недоумком SB. Мэг, я не хочу расстраивать тебя, но... Ну, говори. Ты веришь в плохие приметы? Да ну тебя, иди к черту. Я серьезно. Не связывайся больше с SB. Как успехи? Я проторчала на этом пирсе черт знает сколько времени, но SB так и не появился. Какой он все-таки подлец. У него не хватило смелости лично со мной объясниться. Он отправил мне на компьютер прощальное послание и сказал, что он скоро уезжает в Париж. В Париж?
Этот придурок меня просто достал. Слышать о нем больше не желаю. Я больше не буду выходить в интернет. Тиффани? Могу поговорить с тобой? Не сейчас. Как ее зовут? Извините, что я прерываю ваш разговор. Мэг, не сейчас. Я могу идти? Скажи мне ее настоящее имя. Тебе же на нее наплевать. Послушай, я прерву вас всего на секунду. Бен, никто не составил график работы на следующую неделю. Я потом сам разберусь с этим, иди. Надеюсь, вы еще вернетесь? Конечно. Бен сегодня придет? Не знаю, у него много дел. Он сам не знал, сможет ли прийти на вечеринку. Может, еще придет. Да, надеюсь. До встречи. Пока.